Уникальный мир перкуссионной музыки погружают зрителей и слушателей участники необычного творческого коллектива из Витебска. Барабенд-шоу на фестивале национальных культур собрали вокруг себя массу людей, энергично двигающихся в зажигательных ритмах. Участники группы словно общаются и со своей аудиторией, и друг с другом через звуки. И при этом не просто играют, они живут этой музыкальной энергией. Ну, сами мы чувствуем, мы не можем стоять на месте. У нас так, мы отдаемся людям, и люди отдаются нам. И это очень чувствуется, это очень классно. И как бы в этом движении, в ритмах, в танце невозможно просто стоять на месте. И хочется вот дарить людям вот это вот движение, их зажечь и зажечься самим. Африканские, латиноамериканские, восточные ритмы. Как таковых отдельных композиций нет. Только треки, которые можно растянуть на разное количество времени, в зависимости от необходимости и реакции публики. Все происходящее в моменте – импровизация в чистом виде на основе уже знакомого материала. Только музыкант поймет, насколько это действительно сложно, и что за такой чистой и слаженной игрой стоит титанический труд. Нашей команде 5 лет, вот недавно в этом году мы отметили юбилей. В команде нашей около 80 человек, все пришли в разный период времени. Все наши ребята совершенно разных профессий, абсолютно разных возрастов. У нас есть как и ребят, которые еще нет 18 лет, есть кто-то постарше, и доктора, и пекари, и учителя, и музыканты также есть. То есть совершенно разных профессий, люди разных интересов. Группа постоянно собирает на своих выступлениях огромное количество людей, привлекая зрителей не только мастерством игры на ударных инструментах, но и необычным подходом к музыке, которая создается довольно небольшим набором инструментов. Это инструмент аго-го. Он один из самых певчих инструментов в нашем ансамбле, потому что у него есть два таких красивых звука, и как бы он очень выделяет, очень слышен. Также у нас есть еще 6 инструментов, наши большие такие массивные сурды, они держат ритм, терсейры, мы на них всегда опираемся. Есть кайшу, маленькие барабаны, тоже они ведут свой ритм, шаки, шакалью, мы сокращенно шаки называем, они такие шик-шик-шик-шик, девочки. И есть очень звонкий, очень красивый, такая как тарелочка, тамбурин. И есть солист, у нашего дирижера, солист репетника, то есть как бы у нас такой отдельный инструмент. Барабенд – постоянные участники различных праздников и мероприятий под открытым небом. Конечно, они не смогли проигнорировать один из самых интересных и уникальных фестивалей Беларуси – Республиканский фестиваль национальных культур в Гродно. Мы знаем об этом фестивале, наверное, с позапрошлого года. Нас приглашали как артистов выступать. Нам очень понравилась атмосфера, интересные артисты и вообще много локаций очень увлекательных. Сам город очень красивый, кто-то в нем из наших участников даже не был никогда. Я на фестивале первый раз, мне очень интересно, очень нравится, очень необычное, классное место. Очень много здесь, я так понимаю, можно посмотреть в палаточном городке. То есть очень интересные люди, атмосфера, мне очень нравится. А атмосфера – это то, что притягивает и заставляет возвращаться в уже знакомые места вновь и вновь. Что ж, будем ждать с нетерпением наших гостей из Витебска еще раз – и, возможно, в рамках других фестивалей.